Картина «Мелиагр и Аталанта» имеет отличную родословную. Она поступила из дворца графов Шереметьевых и принадлежит кисти выдающегося фламандского художника эпохи барокко Жака Йорданса. За основу сюжета картины «Мелиагр и Аталанта» взят греческий миф, посвященный знаменитой охоте на каледонского вепря. Артемида, разгневавшись на Ойнея, царя Каледонии, за то, что он забыл принести ей жертву, наслала на его владение чудовищного вепря, который стал для жителей Каледонии источником великих бед. Ойней позвал самых отважных героев Эллады принять участие в охоте на вепря. Победителю должна была достаться шкура и голова животного. Во главе охотников стал Мелиагр, сын Ойнея. В охоте на вепря участвовала также Аталанта, знаменитая дева-охотница. Еще на перу, предшествовавшем каледонской охоте, некоторые герои заявили, что не хотят идти на охоту вместе с женщиной. Но влюбленный в Аталанту Мелиагр принудил их примириться с приглашением прекрасной охотницы. Ей первой удалось загнать зверя в ловушку и поразить его стрелой. Разъяренный вепрь едва не убил Аталанту, но на помощь подоспел Мелиагр, который и одержал над ним окончательную победу. На картине запечатлен момент спора о трофее. Аталанта держит в руках голову вепря, отданную ей Мелиагром. Слева изображены герои, ведущие спор. Они протягивают руки к трофею, стремясь забрать его из рук Аталанты. Вопросительный взгляд девушки, обращенный к Мелиагру, а также динамичная поза самого героя, который правой рукой уже сжимает рукоять оружия, красноречиво указывают на дальнейший ход событий.